Я все сделаю, как вы сказали. Зря ты это все увидел. Да, я вас понял. Блин, страшно, что делать? Хватит. Открой. 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 Нет. Открой. Не открой я. Открой. Открой. Открывай. Не открой, не открой, не открой. Открывай. Не открой, не открой. Не открой, не открой. Не открывает. Не открывает. Она там. Я ее нашел. Пойдем. Затих. Кажется, ушел. Сейчас проверим. Они там вдвоем! Открой. 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 Хватит уже долбиться. Как же мне от них спастись? Что они от меня хотят? Дым какой-то. Это курица! Сейчас работает пожарная сигнализация. Приедут пожарные, они меня спасут. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Внимание, пожарная тревога. Срочно покиньте помещение. Это что, дым? Ты чувствуешь запах дыма? А, это кричит пожарная сигнализация. Внимание, пожарная. У нас пожар, надо звать. Где мама? Бежим. Внимание, прекратили долбить дверь. Покиньте помещение. Где мама? Внимание, я тут тоже нет. Мне кажется, оттуда дым. Точно! Внимание, это значит, из-за плиты пищит пожарная сигнализация. Пап, скорее выключай ее. Внимание, пожарная тревога. Фу, надымила. Прям дышать нечем. Я открою окно. Фух. Да, посвежее вроде становится. А где мама? Неужто помогло? Тихо. Они опять что-то задумали? Или нет? Выйти? Выйти посмотреть? Нет, слишком страшно. Я лучше спрячусь. Надо тебя в других комнатах. О, классная идея. Я в свою комнату, а ты в свою спальню. Ален! 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 Ее здесь нет! Где она? Где она? Ай! Ай! Что это такое? Не подходи! Не подходи! Ты что творишь-то? Ты зачем кидаешься подушками? Что я тебе сделал? Ты мне сделал! Ты мне сделал! Гонялся за мной, как сумасшедший! Чего вам от меня надо? Я вообще не помню. До того, как сработала сигнализация, вообще ничего не помню. Мам, что случилось? Вы что, надо мной прикалываетесь? Вы сейчас за мной вдвоем гонялись. Открой! Ай! Ты чего ее щипаешь? В меня, значит, подушка кинула, ее защипала. Что вообще происходит? Да вы как зомби гонялись за мной. Короче, пошлите на кухню, там разберемся.